специальное предложение сегодняшнего дня. Супер бестселлер телеканала Shop & Show. Мы представляем вам концентрат, который позволит не только справиться с вирусами и быть неуязвимым для них. Такой концентрат является онкопротектором, обладает уникальными свойствами. Корень лопуха, медвежья сила русского женьшеня. Цена только сегодня 1299 рублей. Те, кто оплачивает картой, 5% дополнительная скидка, и цена всего 1234 рубля. Защитите свой организм от инфекций и онкологии. Не ждите, когда телефонные линии будут перегружены, а они перегружены всегда, когда мы представляем вам этот концентрат. Ну и кто же расскажет об этом удивительном продукте? Основатель и руководитель Института натуротерапии, настоящая звезда, доктор Арсенин Сергей Владимирович. Да, друзья мои, знаете, как недаром, то мы говорим, что корень лопуха – это русский женьшень. Так называют его китайцы, потому что обладает огромным количеством действий. Это реально средство от 100 болезней. И повышение вашего иммунитета, борьба с вирусами, с микробами, борьба, мощнейшее противовоспалительное действие, борьба со всякими атипичными клетками, онкопротекторное действие, очищение нашего организма, потому что это лимфодренаж, который дренирует наш организм и не дает там достаиваться всевозможным там шлаком и токсинам. Применяется в комплексной терапии при химиотерапии. Если у вас часто, вы часто болеете человек, если у вас хроническая интоксикация, либо у вас есть какие-то вот такие хронические воспалительные заболевания. Если у вас подготовка к операции или какому-то оперативному вмешательству, либо вы восстанавливаетесь после операции, элементарный прием. По 1/3 чайной ложки под язык. Вот это очень важно. Под язык называется сублингвальное применение. Я проглотила целую. Ну, передозировали, ничего страшного. Вот видите, я болел, то чтобы вирусы, если остаточные явления будут, на вас попадут, вы не заболеете. Как профилактика, кстати, класс, друзья мои, потому что если сейчас, а сейчас действительно это коронавирус, опять какие-то воспалительный процесс, вот он идет, замечательное средство для противовоспалительного. Почему под язык? Потому что когда вы берете по 1/3 чайной ложки и рассасываете под языком, это называется сублингвальное применение. Тогда все активно действующие вещества идут сразу в кровоток. Почему там нитроглицерин, там капотен, таблетки, чтобы быстро подействовали, вы берете под язык. Моментальное всасывание. Поэтому вот 3-4 раза берете под язык, и все. И защищаете свой организм. Какой же он вкусный, этот концентрат корень лопуха. Вы заказываете курс на 4 месяца. Каждый флакон вы используете в течение месяца. 1299 рублей цена только сегодня. Срок годности 3 года. Свежайшая партия вашего крепкого здоровья. Профилактика онкологии и будьте неуязвимой для вируса, в том числе этого страшного вируса, который никуда не ушел. Представьте, вы выбираете сейчас по цене, которой ну нигде нет. 1299 рублей – это настоящая сенсация. Как изменится жизнь, Сергей Владимирович, у тех, кто сейчас впервые, может быть, совершит свою первую покупку на Shop & Show вот и выберет корень лопуха? Вы знаете, а очень, вы сразу почувствуете на самом деле. Вот ко мне много приходит пациентов, по средам я веду прием. У меня обычно там по 12, по 15, там по 20 человек бывает первичных пациентов. И вы знаете, очень часто приходят ко мне пациенты, у которых вот все болит, вот все плохо. Болят суставы, болит сердце, болит печень. Болит все внутри, там с легкими проблемами, какие-то воспаления постоянно. То есть на них вот обрушивается целый ком заболеваний, и невозможно, а тут прямо если будешь даже по одной таблетке от каждой патологии пить, у тебя будет целая горсть таблеток. И когда начинаешь с такими пациентами разговаривать, то выявляешь симптомы эндоинтоксикации. То есть этот человек не соблюдает диету, например, ест все подряд, у него повышен холестерин, повышен сахар, повышена мочевая кислота, и у него подагра, у него там повышен уровень всевозможных там гормонов, гормональные нарушения. Вот это очень часто бывает из-за того, что у нас эндоинтоксикация, то есть огромное количество шлаков в нашей на лимфатической системе. А ведь лимфатическая система в нашем организме это как вот, ну, канализация у вас в доме. Если канализация забьется, все, у вас там, извините, все фекалии будут по колено, вы будете кахать. Как вы в своей квартире можете жить? Вот здесь корни лопуха. В чем его особенность? В майском лопухе. Вот сегодня у нас майские такие выходные, майские праздники, да? Вот сейчас только начинается сбор лопуха вот этого. В майском лопухе содержится L-бета-аспарагин. Это вещество, которое способно запустить лимфодренаж и очищать нашу канализацию.
То есть день за днем, вот вы применяете 3-4 раза в день под язык. L-бета-аспарагин очищает каждую клеточку вашего организма. В нашем организме 50 миллиардов клеток. У вас начинается, знаете, как за счет чего очищения даже? У вас, ну извините, вы идете в туалет, а у вас моча будет такая бурая. Это за счет почек выходят все шлаки и токсины. И не только лопух? Совершенно верно. Лопух здесь, который находится, он усилен. Эхиноцея, великолепно адаптоген. Шиповник, кладезь витаминов. Бузина противовоспалительная, солодка противовоспалительное действие. Клюква, мощнейший витамин. Рябина красная, женьшень, подорожник заживляющего действия, а рябина красная, женьшень, это великолепные такие регенеранты. То есть, понимаете, как вот корень лопуха надо принимать, вот я вам советую, постоянно. Кому? Огромное количество заболеваний, огромное количество каких-то инфекций у вас, слабые такие эффекты регенерации, то есть шушибы, травмы, царапины, переломы трудно заживают, какие-то трофические язвы. Если у вас огромное количество, знаете, таких вот доброкачественных новообразований, либо, не дай бог, злокачественные уже есть, либо если у вас, не дай бог, такая отягощенность по онкологическим заболеваниям, у вас родители, мама, папа, бабушки, дедушки, они страдали от онкологии, не дай бог, умерли, это тоже передается по наследству. Почему онкологию ищет онкопоиск? Именно после 50 лет. Потому что именно после 50 лет нарушаются вот эти механизмы, и у нас очень часто образуется новообразование. Моя подружка, кстати, тоже телеведущая, в 2020 году страшным образом переболела ковидом и спаслась исключительно лопухом, потому что ей никто не мог помочь. У нее осложнения были на кишечник, дикие боли в животе. Все самые институты анализировали диагнозы, ставили и говорили, мы не знаем, что с этим делать. Лопух справился с этой задачей. Поэтому звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева на экране. Вы заказываете сейчас курс на 4 месяца. Представьте, на 4 месяца хотите бесплатную доставку. Она у нас от 4990 рублей. Будьте здоровы! И для вас медвежья сила русского женьшеня от Института натуропатии.